Федеральное агентство по туризму и Российское военно-историческое общество представляют военно-исторические маршруты России. Побывайте в местах воинской славы страны. Это незабываемое путешествие по страницам нашей истории. Ставропольский край. Пограничные крепости Екатерины II. В Великую Отечественную защитники Ольхотовских ворот преградили фашистам путь к нефти. Ингушетия. В годы Первой мировой из ингушей сформирован конный полк знаменитой дикой дивизии. Спустя 30 лет у стен Молгобека наши воины дали жесткий отпор врагу. Чеченская республика, крепость Грозная. Здесь служил поручик Михаил Лермонтов. Оборона Грозного – один из символов битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной. Карачаево-Черкесия, Наурский перевал. Подвиг молчания. Осенью 42-го 20 добровольцев отбили высоту у гитлеровцев без единого звука. Северная Осетия. На подступах к Владикавказу были разбиты элитные гитлеровские части – отряд «Эдельвейс» и дивизия «СС Викинг». Путешествуйте по России. Гордитесь историей своей страны.